Пропавший без вести 55-летний житель Сарагашского района найден. Об этом нам сообщили в департаменте по ЧС. Напомним, утром 16 октября мужчина вместе со знакомыми выехал из дома на охоту и пропал в горах Угамка-Зыгурского района. К поиску подключились полицейские и спасатели, но спустя двое суток мужчина вернулся домой живым и невредимым. Он пояснил, что для охоты самостоятельно поднялся в горы, где заблудился, но затем нашел дорогу домой.